Итак, всем привет, дорогие друзья, приветствую на своем канале Twitch. Сегодня у нас ДКС вечером, воскресенье, подготовка к параду. Так, у нас ракет, по-моему, здесь посадочный. Наконец-то все собрались, наконец-то все начали запуск. Все вроде бы как, даже со стояночной. Сегодня у нас планируется жирненький дымок, да, в три дудки, потому что в одну дудку в прошлый раз не получилось у нас запустить дымы. Сразу же я планирую включить оружие и откинуть скобу, чтобы потом не ждать, не... вернее, не отвлекаться. Вот, Оска, здорово. Спасибо, что запришел. Ты сегодня у нас первый. Так, там пятнашка. Мы за пятнашкой, по идее. Ну, мы, ладно, сегодня у нас новое введение. Так, радио у нас... А, все есть. Сегодня у нас новое введение. Сегодня у нас идет... Руление за мигом 29 начинается. Так. Это сломалось у меня, что ли? Граница. Чё ты умничаешь? Так, одну секунду. Мне кажется, у меня что-то сломалось. А, я понял, что сломалось. Вот это сломалось, и я вижу, что да, действительно, именно... Именно оно и сломалось. Одну секунду. Откуда ж ты взялся-то здесь, гадина такой? Сейчас раз запустились, нормально все. Да. Да, готов. Так, все вроде бы, да, теперь должно работать. Готово к рулению. 34-й канал, дальний настроен. Ожидаем. У нас... 26-й канал. 34-й СТП. Так, мы начали. 21-й на взлетную. 25-й, остановка вот здесь вот. Остановись. 22-й. На связи. Руление. Принял, приступай к рулению. Артём, твой 102-й? Артём, да, беда, ой, Артём, говорю, Антох, да, беда, согласен, ну видишь, надо нам еще набрать хотя бы 7 подписчиков до 50 для того, чтобы дали нам возможность менять качество видео. Будем искать, будем стримить, я и так стримлю, даже иногда бывает по несколько стримов в день, именно с этой целью, но видишь, не очень хорошо, не очень любят. 26-я группа, прием. Не очень любят у нас авиасимуляторы, поэтому приходится... Приходится вот так терпеть пока. Я вас понимаю, печально, грустно. Так, вот смотрите, да, вот сейчас мы на стоянке стоим бак в бак. Бак в бак. То есть надо запомнить, вот так мы должны идти. 102-й. Номер борта прям вот сюда бьет мне в тело, так скажем. Давай поискать. Блин, сорян, Антох. Сантах, сорян, другие ребят. Движение начинается на кого? Прям прощайте, в смысле простите. За то, что пока мы не можем. А, нововведение. Сегодня у нас отдельный РП. Сегодня границу никто не дергает. По идее, должно быть управление составом парада более централизовано и...
ответственная, да, то есть если раньше летели все как хотят, то сейчас все запрашивают запуск, запрашивают руление, при заходе на посадку должны будут... О! Так, я пошел. Я не заметил еще, как он шуршал быстро. Вот, при заходе на посадку тоже должно будет быть как-то все это централизовано. Вот, ну, из нововведений вот так. И, ну что, у нас сегодня три дудки будет из дымов. Так, я сейчас попробую, кстати, переключиться на внешку. Ну, нет, они не будут включаться без, ну, до того, как мы взлетим. Ну, из нововведений только вот это. Есть. Будем пробовать сегодня вот этот состав дымов в три, ну не пилона, наверное, да, в три ДМГ дымогенератора, в надежде на то, что дым будет по толще, посочнее, потому что, конечно, смешивается он, превращаясь в белый, и это печально. Немножечко просаживается в FPS, сейчас это под 40. Давайте я хотя бы выключу зеркало. Пускай 3.5 хотя бы единички добавится. Сейчас... принял. Сейчас будет у нас... А догонялки за 21-м. Да, согласен, не знаю пока. Включаю выключатель основной. Ой, АЗС. Оружие и скобу, и все, так? С порядком вроде бы ничего не делали. Более того, собирались там, обсуждали, хотели добавить даже еще и Як-52 там с вертолетами где-нибудь с Краснодара, чтобы они взлетали. Нас хотели как-то обсуждали, хотели на Краснодар поселить, чтобы мы типа оттуда стартовали. Я прошлый стрим просил 21-й, видишь, уже на этом, уже на взлетке. В прошлый раз мы разговаривали, вроде как планировали, не планировали, допускали тот вариант, что будут ставить нас перед мигами, чтобы мы взлетали, они нас обгоняли. Но вроде как Артем сказал, что догнать не проблема, мы чуть режем там маршрутик, чтобы успеть к началу. Ведущие каждой пары взлетной, послушайте, слева у вас есть маркеры такие, флажочки, белые и красные. Вот ваша задача — становиться ровно кабиной напротив этого флажочка. Ведомый ваш становится справа от вас, в половине корпуса. Вот что при... Вот, как-то так. Чё мы... Да, про порядок мы поговорили сегодня, еще раз попробуем. У нас тогда будет больше, это будет сложно уместиться здесь всем. Конечно, да, вот таких моментов не хватает. Какой-нибудь прогонки, так скажем, пешим полетным по пешим, пешим полетным. То есть вы должны стоять вот здесь, запомнили? Запомнили. Вы должны вот здесь, запомнили? Запомнили. Ну, то есть как-то так. А то мы с каждым разом получаем все новые и новые вводные, новые указания. Так, я вроде... Я как-то не... Мне как-то кажется, все не так, как... Не так, как обычно. Сейчас отстану на теплый воздух. Я, кстати, опять восстановил тени, восстановил теплый воздух. Потому что те ужасные надписи и... 25-я группа связи. И сигналы, которые... 25-я группа на связи. Так скажем... Слева у тебя флажок, ну, белый, наблюдаешь? Да. На табло... Вперед, чтобы он у тебя перпендикулярно слева был. Ну вот так. Правая стойка между левой. Стоять, а вот на левой полосе. Сейчас уже ладно, но в следующий раз левую занимай сторону. Сегодня хочу не с 90 начинать стартовать, а чуть по... Чуть пораньше. О, в смысле, побольше. Дать, чтобы не отставать от Артема. 30-я группа, об установке доложите. Приторможу. Вот, 102-й. Оп. Вот, 102. Между... 30-й втроём
взлетаете. Между вот этими двумя гайками. Понял. Границ с да, и смотрите, норм мы будем тогда держаться. Чтобы запустилось. Ну, короче, я что думаю, если мы так и не сможем здесь победить подписчиков... Если так и не победим здесь подписчиков, не победим здесь качество, если у ребят такие проблемы, может быть, опять придется нам перебраться на YouTube и, соответственно, уже там оставаться. Так, все, мне теперь главное не выключить фару по привычке. Стрелки выводим по сообщению 26-й группы. Попробую сегодня вывести не 90, а 95, и потом уже дать, потому что мы в первый момент все равно как бы отстаем, да, и начинается растягиваемся. А хочется прямо вот так и бежать. Если что, лучше буду подыгрывать. Буду лучше подыгрывать тормозами. Так, триггер запустили, это уже все-все-все прям. Я не дотянусь одной рукой до Shift F10. Да. К взлету готов. А, я не слышу, что-то у меня, значит, какие-то настройки в СРС-7, что неправильные. Понял. Там ничего правильного быть не может. Одну из радиостанций на 2.5.1 настрой просто там и все. Сколько по времени эта граница разница? А, там надо было что-то как-то включать, чтобы... Нет, слышать ты их и так будешь. Говорить ты не сможешь, понял, если понял, не настроил. Да, РП-2.5.1, это общая частота. Всем бортам внимание, триггер запущен. Следите за сообщениями. Сервера. Так, вот они, я их уже вижу, ребята здесь подлетают. Первые группы вот здесь выходят сейчас. Давайте вот так сейчас быстренько покажем. Вот они все идут. Ну, выключим для антуражу. FPS быстро просел до 30-очки. Прям тормозит. Вайпер, здорово. Спасибо. Добро пожаловать на трансляцию. Спасибо, что заглянул. Хорошего настроения и просмотра. Надеюсь, что сегодня более-менее все получится. Сильно на это надеюсь. Смотрите, кстати, как меняются маркеры, да? Раз. То есть сначала как мухи жирные, потом хлоп, маленькие. Судя по всему, какой-то фишка в ДКС. Это уж было более-менее хотя бы видно. Наши маркеры. Сейчас, наверное, уже музыка пойдет. Серега, что со щитками все? Тормозными. Ну да, и скорость, кто-то писал уже про скорость, что, говорит, великовато, что над площадью скорость 500. Тоже так думаю, что там зритель, ну, я так образно говорю, зритель не успеет ничего и рассмотреть, да, при такой скорости. 21-х-то, блин, а, нет, их сегодня четверо. Давайте немножечко рассмотрим нашу колонну. 11-я группа, взлет. 11-я, понял.
Так вот, да, у нас... А, народу-то сегодня вообще с Гулькин. С Гулькин пись. Павлика что-то нету сегодня, по-моему, один взлетает, 11-й. Так, 21-й, 12-й. По 26-му мы выводим. 26-й, это нам 15-ка. В общем говорить. Лидер 26-му. Первое. Сейчас взлетает 21-го, большое время дадим. 25-й взлет. Ну, пипец, блять, и мы сейчас опять на догоне. 90 есть. 22-й лидер. Ответил. Уже 30-му взлет, и ребята все еще стоят. Серег, я не понимаю, что ты спрашиваешь. Ну, группа у нас была 30-я, сейчас 26-я стала. Нет, вот когда потерялась. Мы 30-й так и остались. Дал ракет на дне там крушать. Серег, сейчас попробую дымы и скажешь, идут, нет? Давай. Белый. Он сейчас выключился, нет? Блять, они не выключаются еще с первого раза, суки. 11-й строй займешь, скажешь. 11-й, понял. Так, надо мне как-то сесть, так как я раньше сидел. Ну, короче, вот с 95, как бы, канает, да, я сильно не отстаю, практически, стою в... 22-й, на разгоне, есть этот вот лак с моей стороны, который... Да, сейчас подойду. Я, ну, проходит задержка, да, из-за того, что, как бы, сначала Артём трогается, я понимаю, что он трогается, я начинаю трогаться, этот растягиваться сильно не позволяет. Позволяет, вернее, сильно не растягиваться. Наверное, вот так будет корректнее сказать.
Ну вот я вроде оттренир... Я вроде оттренировался, вроде норм сейчас должно быть. И вот так я шуршу обычно, находясь обечайку между горизонтальным оперением и, соответственно, консолью крыла, паком концевым. Как или крыльевым, как-то правильно. Да, ребята, походу, без, без ШПП летают, но это я так шуткую, никому не в обиду. Тут вот граница советует метки включить, если кто потерялся. Понял. Это же моя родная песня была. Когда учился курсантом. Не родная у нас с факультета. А, какой? В путь. Это же моя родная, второй рота был. Я служил уже. 12 на связи. Вы Дерлоса видите? Вот, наблюдаем, подходим. Понял. Не очень комфортно как-то что-то стримеру. Не два, не полтора, да, когда вот между-между. Лидер 11-м, устрой занял. Понял. Лидер 11. Понимаю, мы чуть-чуть подрезаем, потому что вот уже перед нами прям идут борта. Вы опять принял. Какой срывчик идет. Какой подтяг такой. От попы вибрирует накидка. Ну, норм вроде. Оу. Вроде выживаем.
самолетах. Ну вот она, да, она как бы вот когда начинается какая-то турбулентность или какой-то подсрыв потока, да, он в принципе отрабатывает. Ну и вибрирует там по выпуску закрылков, тормозов, на виду воздушного тормоза и шасси. 26, связь. Тоже прикольно добавляет. Но мне больше всего в ДКС, что нравится, это то, как она отрабатывает по плитам, да, когда мы идем по плитам. 24, по аэродрому, да, тук-тук-тук-тук-тук, в зависимости от того, 24, когда ты 5. Плиту проезжаешь. Ну, прям, 26, прям классно 26, сделали, молодцы. Как раз на площади вы начинаете собираться. Так, я опять слишком далеко, получается. 25, связь. Надо чуть ближе. Серега, у тебя ближе, удаление перед так, тобой, наверное. Кто идет 4 километра. Но должно было километра уже 2-3. Ударение нагоняю. Разгоняй себя, разгоняйся. Форсаж. Блин, я вот иду, мне кажется, что я слишком близко иду, да, к Артему. Гляну влево, Серега еще ближе. Ну, а я иду, думаю, блин, чтобы ему было комфортнее, я буду подальше. Они же тоже меняют скорость. Я пока разговаривал с лидером. Женя, если будет возможно, сделай скрин, чтобы положение твое, ну, было видно, на шестая группа один борт. Серег, я тебе ссылку скину на стрим, ты там глянешь. Опа, ёптой мать. Шо? Лаганул Артём? Или я? Я лечу один, вас не вижу. Я вижу Артёма, я за ним. А меня? Тебя нет. Ну, у меня ничего не поменялось, я как летел, так лечу, только у меня вы исчезли. Я вижу группу, вижу Артема, но тебя нет. Пролетаю над островом или что это? А, вон вижу я вас, вы сильно впереди. Вот на дневной репетиции в другом уже летели. А, вон это было. Еще раз. Какой-то рассинхрон жесткий был, вон это было. Даю полный газ, не знаю, догоню, не догоню вас. Вот построение, когда открыла, оно намного эффектнее смотрится. У вас какая скорость составляет, да? Вот именно как сейчас, да. Принял. 550. Вот левый беринг ближний, кто идет, правая законцовка крыла, это левая законцовка иловского крыла. Дальше сами с собой уже разберетесь. Ок. Кстати, вот по ориентирам, конечно, я сам не знаю, как мне их завязать, что я то отдалю голову, сейчас максимально назад ее отклонил. Наверное, можно, если максимально назад отклонить, то вот по этим ориентирам. Так, теперь не пролететь еще. Серегиных дымов не вижу, далековато ты, Серег. У Артема идут. 11 связи. 11 на связи. На, скажешь мне, когда у тебя попадет. А сейчас. 11 ПМ. ХЗ, вроде идут. А, нет, Серег, у тебя нету. Подержи подольше клавиши. А сейчас. Норм, норм.
Так, для Сереги ориентиры. Смотри, ракета, кончик на нос. Между обечайка между баком и стабилизатором. Голова максимально назад отклонена. Короче, вот так я тебе запишу тогда клипик. Отправлю ссылочку. Мы такие летим, а там вся площадь замерла. Такие крутые. Шучу, конечно. Далековато, мне кажется, я отошел, надо поближе. Обечайка начинает закрывать бак и стабилизатор. 11, сколько до ППМ поворотного? Летите, правда, здорово. 2 километра. Ну, в принципе, все стараются, все ребятки молодцы. Мы, соответственно, стараемся не ударить блядь, с лицом. Как говорится, за нами летучка. 11-й прошел, ППМ 5. А, это, наверное, Павлик и есть. Егора, наверное, нет сегодня. Вроде не Егора голос. Далековато я стою, мне кажется, по интервалу. Открывается, видите, за обечайкой. То бак, то хвост. 11-й. 12-й прошел, ППМ 5. Выше сейчас. Так, нельзя. По маршруту двигайся. У тебя уже поворот налево, верно? Да. 11-й, понял, на точку. Визер 22-му. Ответил. Прошел ППМ-5. Так, мы отключили дымы, Серег. Ожидай. Принял. 11-му, эшелон 2800, скорость 750 до точки. 2800, 750, 11-й, понял. 12-я связь. 12-й на связи. На курс выйти доложите. Ты охерел, 650, мы не летим с такой скоростью. Я надеюсь, как бы, если вдруг человек увидит, который давал команду, он не обидится, да, на мой комментарий, как бы не хотел обидеть, это чисто ну, ситуация улыбнула. Не то, что он такую команду дал. Всего дать невозможно, знать, вернее. Кругом одни истребители, и мы такие на элочках. Итак, спасибо, что разрешили. Снизится до 550 скорость, можно? Я подсказал алюминий, значит алюминий, да? Привет.
какой-то бочковой какой-то звук. Нет, вам не кажется? Такой у кого-то из бочки двигатель. Либо это резонанс какой-то, да, дает определенный такой, ну, определенный резонанс дает такую частоту звука, либо что-то опять там наделали со звуком. Кстати, ракетой на нос можно и принижение тоже регулировать. То есть, когда ракета вот так вот под носом, значит, ну, приблизительно там на одной плюс-минус уровне с ведущим для красоты. На связи. А, про двигатель, да? Про двигатель из бочки ты говорил, что странный звук. Ну вот я сейчас прям ощутил, когда начал сбавлять обороты, прям ощутил, как оно проявило себя, так скажем. Нас, кстати, в прошлый раз поругали немного за то, что мы, блин, плечо отнялось уже. За то, что мы сели раньше, чем основная, ну не основная, да, чем все те, кто до нас взлетали. Поэтому, как я понимаю, сегодня задача УРП свести нас на точку таким образом, чтобы мы, соответственно, таким образом... Ну, сели в том порядке, в котором взлетали. Потому что так, такая задача присутствует. Именно поэтому он нас хотел отправить на эшелон. Дать нам соответствующую скорость. Чтобы мы там никому не мешали. И чтобы пришли к аэродрому в соответствующем порядке. По счету, я имею в виду. Так, сейчас я чуть-чуть схитрю. Нет, не получилось. Короче, из-за того, что мне приходится, ну, держа вот эти ориентиры, приходится отклоняться назад, отводить голову, мне... 12-я связь. О, так, приходится тянуться при этом рукой к ручке. От этого очень некомфортно плечо становится. Уже онемело нафиг и не отпусти жить. 26 группа связь. Ну что, на связи? Ну видишь, здесь... 12, ваш курс справа. Во-первых, не все знают, да, про такой способ эшелонирования, потому что, я думаю, никто так не увлекается, как мы в летучке, этими вопросами. А, во-вторых, скорости абсолютно у всех разные. Ты видишь, они сейчас все идут на 700, на 750, возможно, даже, да, по скоростям. А мы, соответственно, не можем такое выдавить. И маршрут весь сделан именно под них. То есть, с расчетом на то, что сколько там, 3-7 минут, и они на месте будут. 12, начинаю уже с посадкой работать. Вы пока наблюдаете? Принял. Наблюдаю. 12-я принял. До 1000 снижения. Принял до 1000 снижения. Видишь, ребята там набрали 2-2.5 тысячи, у них эшелон обычно считается. А у нас 300 кабула так и есть. 30-е, втроем садитесь? Это ж сначала проход с домами на плацу. Принял. Так, для нас парад еще не закончен, судя по всему. Еще над аэродромом будет проход.
30-й, проход у вас этот запланирован, когда уже все приземлились, верно? В идеале. Значит, сделаем в идеале. Так, отошел, бака не вижу. В 30-м пока по маршруту тогда. 30-й понял. 21-й, 22-й, группа связи. 22-й на связи. 21-й на связи. Скорость 850. Видишь, у них какие скорости? 850, вы понимаете? Через 30 километров снижайтесь до 1000. 30 километров снижайтесь до 1000. 12 тысяч за минуту. 11, хорошо, да. 12 ВПП наблюдаете, лево 62 курса. Наблюдаю. 12-м с посадкой работаете. Вы попарно садитесь? Попарно. Принял. Принял, с посадкой работаем. Был бум какой-то у меня. Ну, я к тому, что что-то... А, приберите 650. Что-то возмущение, какие-то воздушные были, судя по всему. Так, я кого-то вижу у нас перед нами, прямо. Курс 111, правее чуть. Прямо, если мне смотреть сейчас через бак Артема, какая-то точечка там есть. Эх, смотрите, глянул на эту точечку и разориентировался. Относительно ведущего. Нельзя отвлекаться. Оп. Лидер 12-й, первой пары на посадочном удалении 8. Прямо 12. Щиток убрали. Принято. Принято на посадку. Освободил. Принял 11. Ребята уже начинают там. Совершают посадку. Я подотстал. Подотстал. Надо подойти поближе. 26-я группа права. 127. 12 на дальнем. Впереди 27. Вот так. Правым 127 курс пока что. Вот что при... Короче, обечайка между горизонтальным стабилизатором и баком. Кончик как стабилизатор ракеты на носике. Это для Сереги я сейчас объясню. 22-й, 14. Сейчас опять куда-то меня отволокло. Судя по крену, мы просто в разворот-то ходим, а я поздно это заметил. Через 10 километров сделайте круг левый. Так, 25 километров. Ну, норм. 26-я группа. А через 10 километров. Освободил.
Принял. 25-й, ускоряйся. До ВПП у тебя 15 километров спереди. Наблюдаю. 22-й посадку произвел. Артём, еще раз. Понял. На посадке как первый раз садился, ты мне в колонну становишься за Серегой. Окей. Прием пилинга. 30-м связь. 30-м на связи. Макнина 30-й этим курсом 10 километров. Потом доложите. Понял. УРП, кстати, сегодня такая веселая здесь работа, еще повеселее, наверное, чем наш РП во время слетных смен. Надо прям всех-всех-всех видеть, всех-всех-всех распланировать. Хорошо, молодец. В первой группе с посадкой работайте. Миша, он про нас не забыл, нас отправил. 25-й посадку пройдет. Доложите, говорит потом. 25-й. Сообразим. Сумбурный. Да. Будем побольше тогда промежуток делать вам. 10 километров отмерить. По ПДД, я думаю, по ПД. Мак, наблюдаю тебя, молодец. Давай, догоняй, форсаж, КДБ. 30-м просил доложить, никуда не сворачивать. 30-е повернули куда-то. 30-м, 450 на курс 13. Часа не понял. 26-й, вторая группа, дальний прошел. 26-й принял. Воздушный. Я понял, да, я думал просто, что мы на маяк и шли, а мы не на маяк, нифига. 25-й полосу освободить. Так, все, я теперь раскачался. Это правило, курс 42. Что ты понял? Блин, вроде устаканился. Очень тяжело. Закрылки убрать. Если ее раскачать, это очень потом тяжело войти в ритм. Тебя тоже едет. Блять, отвалился. Тридцатый.
20-й, не понял. Я вызываю вас просто. Работайте со своей программой. 30-й понял. Да, вот этот рассинхронный лаг, конечно, да, чуть-чуть красиво. Пугает. Думаю, выключить. 30-м связь. Серег, у тебя молчит. 30-й на первом. 30-й наблюдаю. 2 километра левым разворот. 30-й понял. Я говорил, что у тебя выключились. Спасибо. С левым кругом хочет завести. Попробуем 350. Двигателем тормозить практически бесполезно, нужно тормозить щитком всегда. Элка — это очень инертный аппарат. Хреново, когда радиообмен нестандартный, точно. Или не похож на тот, ну может быть он для них, видишь, стандартный. То есть здесь вот сейчас РП, он тоже состоит в определенном складе. Давайте пошустрее вас за рулем, левым на 228. Все спешат, торопятся, наверное, там в Дискорде обсудили. Чем мы их ждем? Чем они не проходили с проходом? Чему мы их должны ждать? Ну, хотя там вроде дядьки все такие нормальные, адекватные, не должно быть каких особых возмущений. 30 на курс. Наблюдаю Вышли у всех. Я отстаю тогда в шахматном порядке. Так, мне сейчас главное за Серегу удержаться. Давай, давай, давай. Стесняйся, поворачивай левее.
Все. На связи. Так. Далековато, мне кажется, я стою. Очень было некомфортно. А я знаю почему, потому что у меня скорость была высокая. И они не вышли тупо. У левого нету. Серег, у тебя вроде фары не горят. Фары, да, фары я еще не включал. Надо в рулежку вместе с этими, с шасси. Так, брат, сейчас не могу. По чатику. А, у меня не угорели? Нет, у меня горит у меня. Не, ну здесь иногда действительно начинаешь, когда там крутиться, так вот, ну вот, я по Илу, например, ну так, давай. И то же самое здесь, когда такой напряженный момент, голос реально так вот меняется. Не потому, что хочется антуражности добавить, а потому, что реально настолько напряжен, что, ну так вот само собой получается.
кстати, фиг его знает. Может быть, мы и оденемся, как бы, потому что нас в любом случае увидят только те, у кого эти шкурки установлены. Я бы, наверное, рекомендовал бы даже на... Ну, спросил бы разрешение, можно вообще, нет. Сейчас мы, это, наверное, трек просмотрим, как мы прошли, да и мы сегодня в новом формате, если можно так сказать. Ну, в три дудки. Так, а я куда? Я туда-то, между ними. Чё-то Серёга прям так пропустил меня. Бодро. А, ну мы так и стояли, в принципе, да, он молодец. Да я встал бы по порядочку. Как там напряжение было в этот раз? Еще. Стоп. 30-м. На связи. Катапультирование. Это нормально, я взлетел. Короче, у меня мы все в этом, если вы меня слышите, в воздухе. Все, спасибо, я в Дискорде. Ну и что с тобой будет? Упрык. Короче, я погиб. У меня парашют якобы уже был раскрыт. А Артём, кстати, тоже у меня стоит без... Там двое у него катапультировались. Ну, гляните потом, ну, было прикольно. А для чего это катапультирование? Что это за прикол? Да шутка, наверное. Ладно, я тогда тоже побежал в Дискорд, пока трек гляну. Сейчас я забегу к ребятам в Дискорд, вы их все равно не услышите, кого там будут хаять. Но нас, не нас. А мы пока с вами глянем сейчас, попробуем. Так, 14 вот этот. Пьяные вкладчики, да. Так, мы сейчас быстренько появимся, быстренько перемотаем до площади. И потом еще на посадочку хочу посмотреть. На этом сегодня закончим. Глянем просто, как дымы смотрятся, вообще смотрятся, не смотрятся. Как прошли, хочется глянуть. А, это Антоха про этот радиомен писал, когда он нестандартный. Да, когда он непривычный, я бы сказал, наверное, правильно. Так, сейчас я заглушу радио, чтобы оно вам не мешало. Так, давайте мы мотаем. Потому что здесь, пока я стрим не запустил, мы долго сидели, долго ждали. Я там... Так, вы, наверное, глаза сейчас сломаете. Давайте вот так сделаю. Потому что я сидел, смотрел кино, пока они собирались. Так, я ребят убавил у себя. А! Точно. Его давайте вот так тогда будем смотреть. Здесь ребята просто кто-то летал, мы вот так вот стояли, всех ждали. Вон, видишь, они что-то вырулили, полетали, ну, короче, баловались. Я пока сделал сейчас перемотку, сколько там x сколько-то, короче. А, вон, x10. Сейчас быстренько. Просто если сделать еще боль, давайте 11, 12, 13. 14, 15. Успею, я думаю, восстановить. Тем более, пока мы там долетим.
чтобы ваше время не тратить. Так, ну давайте, давайте. А мы еще и на свое место зарулили, что ли? Боюсь я мышку тронуть, потому что здесь кадры просто два кадра в секунду. Ну, из-за большого ускорения. Сейчас, наверное, все уже там. 10:34. Да? А, нет, это МиГ-15 появился у нас. А мы, получается, да, походу, прямо на свою полосу, на свою площадку и встали. На свою стоянку. Вообще один. Кадр. Блять, вот это... Ладно. Это я запускаю сейчас. Надо как-то мне это запомнить сейчас и попробовать отключить вот этот SARP, чтобы его не было на треках, потому что так... А, ну-ка, если вот так... И вряд ли его можно здесь отключить. Ну, давай, 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 тормажи. Так, сейчас я меньше... Вот, мы начали рулить. Включу нормальную скорость, потом еще раз перемотаем. Пускай он прогрузится немного. Это еще ботинков нету. Сейчас, наверное, будут ботинки, там вот вообще пипец. Так, вот, мы уже рулим, рулим, рулим. Нас похвалили, братцы. Да-да, есть. Короче, мы огонь, нам сказали. А, Антоха, ты там? Ты в этом сидишь, в Дискорде? Ну, видишь, блин, молодцы, значит, получилось. А, Штахель сейчас стримит у нас, да? Надо будет сгонять. Сейчас, короче, и мы посмотрим. Блин, давайте уже залетайте. Так, музыка пошла. Музыка вообще огонь. Вот Мегари, конечно, 21-й Мегари. Надо... Сейчас я скажу, наверное.
Так, ну вот мы побежали. Ну смотрите, практически не отстаю, да? То есть 95 нормально можно выводить. Серега чуть подотстал, он не понял, по какому моменту выводить обороты. Ну а мы с Артемом практически нормально. Смотрите, прям четенько идем. Ну то есть норм, надо нам в летучке тоже внедрить такую штуку. А вон свет остался от 21-х. Ха-ха, на полосе, блин. А у нас, простите, ребята, еще 21-й здесь есть или уже разбежались? Что-то я тупанул вовремя. Вы как обороты выводите? Просто я смотрю уже по чатику, по этому ботовскому. Уже 30-й взлетаете, а вы еще стоите. Ну, уже нам как бы команда за вами. А вы еще стоите. Хотел этот момент спросить, точнее. Просто, может, ну... А, тормоза у вас, я не знаю, просто давно не летал на 21-м. Мы, например, выводим, перед нами 15-й побежал, мы уже вывели, все, стоим на оборотах. Только команда, соответственно, отпускаем тормоза, чтобы не задерживаться. Да, скорее... Да. Вот так будет вообще какая-то комфортненько. А, вон у вас еще фишка в чем. Да. Понял. Просто... Все. Я сообразил, да. Вас чисто, чтобы не задавить маленьких, так скажем. Все, окей. Мы на Элке, мы сзади летели. Так, ладно, давайте перемотаем. Что здесь любоваться? Мы идем здесь вроде красиво. Вроде все норм. Так. Так, братцы, я отбежал. Всем спасибо, всем пока. Пока. Так, все, я там отключился у ребят. Но мы, в принципе, мы идем с Серегой вроде бы норм, да? По-хорошему. Смотрите, четко как идем. Вообще по красоте. Блин, вот это мы молодцы. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ладно, давайте до площади мотаем, потом проход. И... Так, чтобы хоть смотреть можно было. Так вот, скорость. Здесь, конечно, Артем как заложил, я такой думаю, ёп. Там мы еще не 60, мы, по-моему, 45 здесь лупили крен. Там, смотрите, кто-то 21-й откололся, как, а его... Я до этого его не видел. Вон он, внизу. Два пара даже, да, отошли. Блин, сейчас даже скриншот не сделать из-за этой дурацкой этой... Сарпа. Хотя я сейчас сделаю, наверное, все-таки сделаю новый скриншот нам на заставочку. А сарп я попробую спрятать, как и, в принципе, у меня на предыдущем треке тоже был сарп. Я его вниз удавил. А, здесь сейчас нас лаганет сильно. Не знаю, как это на плейн. А если не... из-за этого треки не сойдутся, из-за лага, будет обидно. Надо бы тогда... Вон. 21-й, да, чуть бы колбасит их. Надо бы тогда к штахелю идти смотреть. Вот здесь где-то в районе... в районе острова. Да, вот Серега начал отставать. Он запереживал, как бы, да, все верно. Подбавил обороты, сейчас будет догонять. Ну, хоть сошлись. Главное, сейчас Серега же, когда нас догонит. Вот не хватает перемотки, конечно, быстро, да? То есть по мышке хлоп, как в плеере, было бы здорово. В треках.
О, здесь можно даже здесь включить. Ой, Серега догоняет, отлично. Сейчас дымы включим. Что я помню, Серега был далеко, я не мог его увидеть. Вот они, дымы пошли. Сереги с первого раза не пошли. Ну, кстати, вот так нормально. Так хорошо с этим. Но сзади все равно, видите, он белый. Так, принтскрин. Чпоньк. А давайте с места зрителя. Так, пауза. Чпоньк. А вон там салют, салют. Все радуются. Давайте с места зрителя сейчас поставим. Так, не та. Да. О, ты что здесь делаешь? Где красавцы белочки? Вон они идут. Блин, натуре вот так надо снять. Так. Ctrl F11 же, да? Да. Так. Вот мы с места зрителя смотрим. Ура! Радуются все. В первом ряду будем стоять. В первом ряду будем стоять. Так, будет можно еще замутить. Так, паузу снимаем. Так, я сейчас хочу опять вернуться к себе. Посмотреть все-таки, как мы идем. И в районе площади переключимся. Но в целом-то неплохо, смотрите. И флаг, в принципе, видно, да, не разбегается, не сливается. Давайте такой еще принтскрин. Лоп. F11. Пауза. Их, я чуть подотстал. Вот так сделаем. Нет, так. Вот так надо как-то, чтобы спрятать этот SARP. Ну и все, дальше поехали уже. Сейчас до посадки будем. На площади, видишь, я чуть-чуть отстал. Жалко. Если... Ну да, кстати, белый, синий, красный. Мы же снизу будем смотреть. Вот так. Давайте тогда вот так я сейчас сделаю. Этот SARP не даст скриншот нормально сделать. Так, поехали. Теперь еще у нас над полосой будет проход. Чуть побыстрее даже сделаю. Артем здесь выключил, конечно. А мы дальше летим. Серега, кстати, с одной дыткой, что ли, шел? Не понял я. Блин, ну мне понравилось, как выразился РП в Дискорде по поводу нашего выступления. Ну, приятно, на самом деле, очень приятно. Нам бы еще действительно скорости побольше, чтобы не смущать никого. Вот он говорит, 650, мы... как? Как? Как мы можем? Здесь я, да, отходил чуть-чуть дальше, и видно, в принципе, по треку, что чуть дальше отходил. Он просто как бы этим, вы там здесь плохо, здесь поближе, здесь это. А потом, когда дошел 30-й, типа, ну, у нас позывной 30-й, типа, вам в респект, молодцы, говорит, возьмите с собой. Не хочу, говорит, сидеть по F10 смотреть на стрим. О, на карту. Я не включаю просто сюда Discord, потому что частенько ребята там на эмоциях ругаются, матерятся. Ну, не очень хотелось бы вам это показывать. Да ладно, это... Где я? Да все вот так проходят, а мы еще шире, получается, заходим. Нифига себе. Смотрите, эти... Кто это у нас?
МиГ-21. Как мы шире их-то проходим? 21-й он отвалился, судя по всему. Здесь 29-е. К ним 21-е. Можем 21-х еще посмотреть. В принципе, тоже ребята идут, смотрите, молодцы, пилингом. Так, себя надо нам не потерять. Мы же хотели еще проходик проверить. А, нас здесь поставили в разворот, все правильно. И еще меня, да, на перед посадкой у меня, конечно, не вышли закрылки, видать, скорость была великовата. За 310 какой-то, может быть. Этот, кто он? Ну, рывок такой, скажем, да, они мне не вышли. Из-за этого был небольшой. Так, Shift-Z. Мы регулируемся над полосой. Он говорит, дымы включаем, парни. Серега подотстал. Дым включ... Нет, 3-3. И у Сереги, сорян. Если я подотвалился чуть-чуть. Не, сегодня не было Володи, что-то... Ну, его вообще не было, ни стрима, ни его, как я понимаю. Так. Да, неплохо смотрится. Эй! Вот здесь все правильно, да? Белый, синий, красный. Ладно, не буду я ставить на паузу. Нам еще одновременно... Вот, красиво выключились. Поехали. Мы здесь ожидали правым кругом заходить, потому что обычно, по-моему, на майкопе он правый. Хотя, не факт. Нас завели левым, немного непривычно было. Готовим 350, щитки начали играть. Ну, это, да, ну, корову, если можно так сказать. Хрен остановишь. Быстро. Ой. Хотел увеличить, самое меньшее. Смотри, как прикольно мы с этим, с Артемом практически одновременно корочки исполняем, ну, эти волнения исполняем. Так, и здесь я отстаю, встаю в колонну. Вот когда выпустим закрылки, могут треки не сойтись, конечно. О, и маршрут у нас нарисован, оказывается. Вот здесь мне надо понять, я далеко, да, смотрите, я далековато все-таки стоял, Серега, ближе на порядок. Воу-воу-воу. Хейла. Дронсон, спасибо, спасибо, привет, наконец-то ты добрался. Спасибо большое, дружище. И прям сразу такая сумма. Ну ты хоть десяточкой там проверил, мало ли. Вот здесь меня, конечно, подкачало, да, подкачало вот это отставание.
Прям жалко. Да попробовать, Артём. Ну, втроём мы, наверное, можем и не разлететься. Здесь я вообще не услышал, как ребята выпустили закрылки в посадку. Хотя они все уже в посадке идут. А я только-только выпускал их. Ну и чуть-чуть поближе. Надо бы вот этот момент нам потренировать, было бы неплохо. Здесь я пытаюсь их догнать. В этот момент, понимая, что сейчас уже пойдет это ускорение мне в минус, потому что ребята сбрасывают скорость. Ну и, соответственно, посадка. В целом, по полосе уже посадка была норм. А вот этот вот догон после, на посадочном, да, после дальнего, это, конечно, было фигово. Конвейеры, да, было бы неплохо. Но видишь, надо найти это время свободное, потому что у меня тоже то стримчик, то побегать хочется, то летучка полетать, то дела насущные тоже не отпустят же никуда. А так было бы неплохо. То есть я бы, наверное, даже предложил, мы в принципе, смотрите, как широко, предложил бы тройкой сесть, да, вот как тройкой шли, так тройкой и, ну, сажать. Было бы классно, наверное, смотрелось бы. А, ну и давайте катапультирование посмотрим. У нас же еще интересный момент. То, как погиб мой пилот, это, конечно, жесть. Дронсон, прям из... Ну, большое спасибо, огромное спасибо. Давай уже оформляй Twitch себе тоже. Подписывайся на нас, будем рады. Почаще будем видеться. Еще, еще, еще. А я помню про эти две гайки. И все равно чуть-чуть перетягиваю, да, с ведущего. Ну и дальше вот что, говорит, катапультируемся. Ух, вот я ушел. Видите, как вверх мы уходим с Серегой? А, ну все, исчез. Короче, огонь. Вон он, я стою где. Падаю и убиваюсь. Ну да, сетевой баг какой-то. А этих я вообще не видел. По-моему, одна сушка только стояла. А они просто вон все тоже катапультированно стоят. Да, надо попытаться будет попробовать. Так, ну что, спасибо всем огромное, что заскочили сегодня к нам на стримчик. Дронсон, огромное спасибо тебе за твой вклад в наш канал сегодня, главный спонсор наш, да, трансляции, это Дронсон. Поддержал, спасибо большое. Так, вот так я сделаю, что-то мне выскочило опять все. Спасибо за внимание, всего доброго, всем удачки. Да, всем спасибо, братцы, что зашли. Кто не подписался, подписывайтесь внизу в описании к видео, в описании к стриму есть ссылка на группу ВКонтакте. Там я анонсирую свои стримы, да, ну, о том, что они будут, о их начало, так скажем. Ну, пока это делается не Дронсон. Все, я вижу. Вижу огонь, молодец, спасибо за подписочку. В чем суть, да, в том, что... И вот оно пришло, оповещение, блин. Все, все вижу. Жалко, что я уже заставочку включил, как бы мы не увидели, но не страшно. Значит, что я хотел сказать? То, что... Господи. Сбился. Сбился, блин, я теперь уже не вспомню. Ладно, а, по поводу группы ВКонтакте, да, я там не то чтобы заблаговременно вывожу оповещения, но тем не менее, хотя бы если не работает, я знаю, что
Сбил тебе мысль, да. Знаю, что иногда кривоватенько выходит оповещение от Твича, поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте, там же Дискорд, да, если есть желание и не хотите пропускать каких-то трансляций моих, если вам интересно, с удовольствием буду рад, ну, вернее, буду рад видеть вас на своих трансляциях. А чтобы их не пропустить, в группе ВКонтакте выкладываю, соответственно, оповещение. Ладно, на сегодня буду заканчивать. Завтра у нас понедельник, завтра у всех тяжелый день. Подтягивайтесь к нам на стримы. Кто кого интересно, можете подтягиваться к нам в Летучку. На трансляции тоже можно поприсутствовать. Скриншотиком мы сегодня наделали. Прошли, в принципе, хорошо. Как Артем сказал, было напряжно. Ну да, был такой момент, как бы. Но в целом, я считаю, все получилось. Похвалу мы получили. И это главное. Это на самом деле очень приятно, когда хвалят то, чем ты занимаешься и то, что ты делаешь. Твич, мыло, Дискорд, ВК. Ну, видишь, да, Осака, я помню, что ты был главный, кто расстроился из-за того, что изначально не пришли оповещения, поэтому я рад, что мы смогли победить этот момент. И, кстати, да, Твич, соответственно, есть у нас на приложении iPhone, Android, я думаю, также. Вот, поэтому можно еще этим приложением пользоваться. Ну, я это и говорю не только про себя, может быть, еще кто-то из стримеров вам нравится, и вы, соответственно, будете на них подписаны. Оповещения можно еще и так победить. На сегодня все. Прощаюсь. Еще раз всем спасибо, что зашли. Дронсон, тебе спасибо за подписку, за донатик. Всем пока. Хороших окончаний уже выходных, да. Ну и, соответственно, легкой будущей рабочей недели. Всем пока-пока.